Александрии, который год подряд сюда съезжается народ, чтобы отдохнуть и повеселиться. Ну а может быть, даже найти свое счастье. Ведь, как гласит древняя легенда, в Купальскую ночь расцветает цветок папоротника, и тот, кто его найдет, станет счастливым на всю жизнь. Что ж, попробуем и мы найти свое счастье. И кто знает, может, у нас получится. Один из древнейших народных праздников – купалье. Его наши предки посвящали солнцу и расцвету земли, потому время, самый разгар лета, было избрано не случайно. Спустя много веков традиция праздновать с особым размахом сохранилась. Народные гуляния, игрища, песни, пляски – и сегодня главные атрибуты купальского таинства. Александрия – агрогородок Шкловского района. Сельский мирок почти в 1000 человек. Но раз в год в середине лета людей тут становится больше, раз эдак в 70. Приезжие гости оставляют свои автомобили на дальних парковках, пересаживаются в автобусы, потом прогуливаются пешком. И все ради того, чтобы пройти по мосту из настоящего в прошлое. Загадать желание и поверить в то, что оно непременно сбудется. Так было и ныне. Александрия собрала друзей в шестой раз. Вы верите, что может сбыться желание, загаданное в Купальскую ночь? Ну, я, так сказать, хожу свинком, надеюсь, что на данном празднике я все-таки найду своего суженого, как-никак, да. Суженого будете искать? Да. Какие у вас требования к жениху, расскажите? Чтобы был хороший, добрый и безвредный. Чтобы нас? Да. Без вредных привычек. А какие вы невесты? Прорекламируйте. Хорошие, умеем готовить. Хозяйственная жена, хорошая жена. Для наших праотцов это была аксиома. Всем желающим на празднике предлагалось пройти своего рода тест на хозяйственность и домовитость. Это забава народная, а называется «Вари кашу». Треба у мешочках зерня. Кинуть у этого горшочек. И ты каша сварится. Ну, а як не попаду, значит, ну, дрянная хозяйка. Ну что, вперед? Ай, длинной вереницей раскинулись ремесленнические ряды. Мастера народного промысла словно посланники из прошлого. Из мира, когда глиняные крынки да жбаны еще были в повседневном обиходе. Сегодня это произведение народного искусства и ценный сувенир на долгую память. Ну, вообще, по-моему, все праздники народные, они с музыкой. Вот это вообще, это пастуший рожок, окарина, окарына по-белорусски. А как звучит? Традиционное ремесло изготовления окарин и свистулек носило сопутствующий характер. Зачастую они попадали в печь на обжиг вместе с кухонной утварью. Хотя, глядя на эти работы, сегодня их хочется назвать не иначе, как произведением искусства. Ну вот перед нами крынка. По популярности такая же самая, так же самая популярная, как Библия среди книг. Горшок, полевик или горшки-двойняшки, древняя альтернатива современным собойкам, по-прежнему востребована в народе, правда, уже для других сувенирных целей. Вообще народ хорошо берет вот эти вещи? Да, это... Конечно, отлаж. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Коли ласка до нас! Есть майстри цудовные у нас! Коли ласка, поглядите, поясы купальские! Для вас это початок, а вот пойдем далее 40 метров лечить, личам. Купальский пояс не иначе как заявка на рекорд. Вдумайтесь, в 50 метрах творчество нескольких мастериц, переданное через цветовую палитру, технику плетения и узоры. Ну такой первый раз, наверное, делаете. Ну, такую ширину, да, длинную, казалось, это было нереальное затея, но сегодня мы видим уже наш результат. Много веков мастера бережно хранят и передают своим делом заветы пращуру. Может, это и есть счастье – творить истории. Счастье в любимом деле? Счастье в любимом деле. У меня очень интересная работа, я ее люблю.
Оказывается, мой дед тоже для детей делал свистульки. Значит, ну какая-то генетическая память, наверное. Мне очень нравится этим заниматься. Этими искусствами уже занимаюсь 28 лет. А вы же сказали искусством. Почему искусством, а не ремеслом? Ну, на самом деле, искусство, ну, наверное, потому что из ничего рождается что-то, да? Традиция. Это слово витало в горячем Александрийском воздухе. Наследие старины тесно сплеталось с обычаями современности. Традиционно на праздновании ожидали визит главы государства. И в этом году президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поддержал традицию и приехал на малую родину на праздник единства славянских народов. Традиционное народное искусство самое демократичное. В нем есть место каждому, кто приложил силы и овладел истинным мастерством. Недаром в Александрии на одной сцене встречаются и маститые профессионалы, и любительские коллективы, взрослые, признанные артисты, детские ансамбли. Народное творчество близко всем, потому что оно идет всегда от души. Размах празднований в этом году поразил своими масштабами. Веселое народное гуляние, щедрая ярмарка, где рады каждому гостю. Именитые артисты на сцене, много новых лиц и событий. Но есть одна постоянная величина – единство души славянского народа и поиск счастья. Того самого, которое для каждого свое. Река Великое Днепр, река Бедновая, три великих народа так само. И это как той час, який река часу. Какая все тече. Да, конечно, потому что я в работе. Любить и хотеть, чтобы ваши мечты сбывались. И при этом всегда оставалось чего хотеть. Потому что когда человек хочет, он живет. Цветок счастья искали когда-нибудь? Искал. Нашли? Нашел. Это моя жена Елена. Она мне родила двоих сыновей. А в чем для вас счастье? Счастье в семье. Другие искали счастье в еде. И действительно, какое же народное гуляние без белорусских присмаков? Кусочек сала с хлебом, вельми смачный. Он для вас презент удачный. Да. И не треба казать, что от сала полнее. От сала, наоборот, пригожее. Можно попробовать? Конечно. Тот, кто заглянул на сладкий праздник меда, без хорошего настроения точно не остался. Медовые праздники по-кировски. А чем по-кировски? Потому что даже посмотрите на эту форму, она очень необычная. Пряники-то обычно круглые, а у нас вот такие они вытянутые, модернизированные. Угощайтесь, пожалуйста. Ну-ка, сейчас попробуем. Точно по-кировски. Люди счастливы на этом празднике? Посмотрите, все счастливы. Все. Неправильный пряник, если на него меда не польешь. Пиарщики. Вот так вот. Оп, оп. Настоящий праздник. Пока одни дегустировали, другие, забыв про 30-градусную жару, пускались в пляс. Вот такие они народные забавы. Здорово, все красиво, красочно. Тем более Александрия – это наша родина. Я здесь вырос, можно сказать. Что такое цветок счастья? Ну, наверное, у каждого свой. А у вас он какой? Ну, счастье. Счастье – это мы живем, солнцу радуемся. Это уже счастье. Тем, кто на время сошел с дистанции празднования, оказывали незамедлительную помощь, возвращали, так сказать, тело в тело. На площадке международного музыкально-спортивного праздника «Большая бард-рыбалка» под душевную авторскую песню «Уставшие от поисков счастья гости» искали спасение в массаже. Человек – это динамическая некая система, да? Система, которая ходит, которая чувствует, которая воспринимает. И если эта система утрачивает связь с тем, что она делает, с тем, что она чувствует и воспринимает, то у нас появляются проблемы в теле. Очень приятно и легко становится все. Вы знаете, я хоть и не в парилке, но ощущения такие, как будто находишься в настоящей бане. Это очень хорошо, очень приятно. Ух ты.
счастье для меня. Спокойствие, улыбки близких людей, родных. Вот мое счастье. На празднике купалья не только отдыхали и веселились, но и дарили подарки. За ответственную работу и любовь к своему делу лучших передовиков агропромышленного комплекса награждали дипломами и ценными призами. Более 10 районов, 30 организаций и 150 человек. Механизаторы, животноводы, полеводы, операторы машинного доения, водители. Именно эти люди, не покладая рук, трудятся на то, чтобы продукция под маркой «Сделано в Беларуси» пользовалась авторитетом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. И, возможно, поэтому эти люди счастливы. Скажите, цветок счастья, папороть-кветка, если бы вы ее нашли, какое бы желание загадали? Самое большое желание – это всегда быть здоровым. Будет здоровье, будет все. Такие серьезные за руководящими столами главы крупных предприятий на сцену за очередной наградой поднимались с особым трепетом. Ведь и у них припасено желание на случай, если в эту темную купальскую ночку повезет найти волшебный цветок. Любви себе. Вы понимаете, когда женщина любит, она цветет. Поэтому себе бы я пожелала любви. И людям тоже. Папороть-кветка, если верить, то, наверное, ее можно найти. И существует она в каждом сердце. Главное найти эти два сердца, соединить и радоваться жизни, и любить жизнь и окружающих людей. И они тебя в ответ полюбят. Чтобы наш холдинг развивался еще лучше в дальнейшем. Чтобы наши люди жили еще лучше, и наша страна стала еще краше, и чтобы она звучала еще громче в мировом сообществе. Это счастье искали на сценических подмостках. Гала-концерт в этом году прошел в новом формате сочетания современности и старины. В основу молодежного мюзикла «Папороть-кветка» положили древнюю мистическую легенду о цветке счастья, который так или иначе присутствует в преданиях каждого славянского народа. Не случайно на сцене оказался интернациональный состав артистов. Ты светлая мечта, навсегда. Не знаю, как сказать, как взглянуть в глаза, в твои глаза. А ближе к полуночи, словно цветы счастья, в небе распустились бесчисленные залпы праздничного салюта. Десятки тысяч взоров устремились ввысь, и наверняка каждый понял, что уже нашел свой цветок счастья. Может быть, и не стоит вовсе искать этот мифический цветок. Ведь счастье, оно совсем рядом. Оно в улыбке вашего ребенка. Оно в объятиях близкого человека. Оно в вашем любимом деле. И знаете, вы ведь счастливы, потому что вы есть здесь и сейчас.